Утро рабочего дня начинается с выброса мусора. Сегодня мы выкидываем горящий мусор, то есть обычный продуктовый мусор и мелкий пластик, бумага. Пакеты выставляются в определенные места вдоль улицы. Накрывается сеткой, чтобы вороны не порвали пакеты и не повытаскивали пищевой мусор. Ближе к 10 часам дня машины проезжают по району и собирают весь мусор. В нашем районе за парковой зоной находится много складских помещений, поэтому каждое утро со станции идет большая толпа людей навстречу мне. В Японии деньги за проезд берут в зависимости от расстояния. Чем дальше ты едешь, тем дороже будет проезд на метро. Метро или наземных поездах. Но у каждого трудящегося есть вот такая карточка, это электронный проездной, который покупается на месяц на два. Он намного дешевле, и все станции по пути следования на работу бесплатны. Станция у нас довольно маленькая, проходит всего лишь одна линия, называется Кейкюсен. На этой линии проходят 4 разных поезда. На нашей станции останавливаются только 3 поезда. Обычный и 2 скоростных. Из них один едет в Ханеду, а мне нужно в Йокогаму. Остается 2 поезда, из них только один скоростной, которым я пользуюсь. Сейчас мы приехали на станцию Йокогама, здесь мне нужно пересесть на другой поезд линии JR. В Японии есть проблема, на лестницах есть индивидуальные мужчины, которые снимают, стараются снять девушкам под юбкой, поэтому на лестнице мы отключим камеру, чтобы не привлекать внимание полиции. Некоторые могут задаться вопросом, почему так мало людей на станции. Сейчас пик уже прошел где-то полчаса назад, поэтому нету давки и можно спокойно зайти в поезд. На каждой станции есть место с указателями входа в поезд, поэтому люди становятся в очередь и ждут своего поезда на нужном месте. Дорога от дома занимает у меня буквально 35-40 минут, благодаря тому, что у нас есть скоростной поезд, который пропускает много станций. Если же пользоваться обычным поездом, то дорога может занять в 3-4 раза дольше. Сейчас мы приехали в Йокогаму, а живу я в Токио. То есть работа у меня находится в городе Йокогама. Я пошел на работу. К сожалению, снять мы место моей работы не можем, потому что, думаю, коллеги не оценят публичного появления на YouTube. Вообще, конечно, нам приходится иногда вот застревать вот на таких местах по несколько часов, чтобы вытрясти дурь из молодого человека.
Что? Ты сам сделал? Да. По лестнице сам? Да. Время позднее, но многие японцы именно в такое время возвращаются домой. Они перерабатывают некоторые по часу, даже двух, каждый день. Дома меня ждет жена, сын и вкусный ужин. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал. Будет много нового интересного.